Зрители моего канала. Хочу показать щенков, которые у нас остались в питомнике. Из помета Тамерлана, от Гульяс. Это моя девочка. Разобрали всех щенков. Тамерлан остается в питомнике. Тима! Он внук Гасана, правнук второго Гасана, правнук первого Гасана. Сейчас у него было боевое крещение, так как я его запустила выгул к щенкам от Ача-Косы Гули и Шаха. Здесь щенки, в общем-то, не особо боевые, красавцы, все спокойные, с хорошей психикой. Но надо сказать, что взбучку все равно он получил и дал достойный отпор. Теперь он здесь как бы предводитель, он крупнее их гораздо, хотя разница 10 дней. Вот, то есть стойко все выдержал, с большим достоинством. Порычали, чуть-чуть подрались. Вот, и эти вот щенки, это вот все, что у нас осталось в питомнике на данный момент. Им сейчас почти 4 месяца, Тамерлан чуть-чуть побольше. В продаже у нас 3 кобеля рыже-белого окраса. Они крупные, очень прикольные. Кобели. Если кого заинтересует, звоните. Вайбер, ватсап по телефону привязан. Вот они. Деловые. Рыже-белые кобели. Ой, на кого это я там встала? Матюшки, маленький мой. Вот, белый кобель подан. И осталась у нас в продаже вот эта вот белая девочка. С красной ленточкой. Зачем идешь на меня? Не могу тебя снять. Вот как всегда. Ладно, я ее потом покажу поближе. А сейчас Тамерлан осваивает новые владения, оглядывает, где он будет жить. Естественно, одного с мамашей не оставлю, потому что собака, когда растет, ей нужно двигаться. А так как у нас тут уже остался один щенок, я смотрю, он с утра пригрустил, потому что вчера щенков всех подразобрали. Все они уехали к новым мамам и папам. А сейчас он оглядывает новые владения. В принципе, смотрю, хвост пистолета, молодец. У него также вот на боку сердце, только оно не перевернутое, как у Гульяса, а настоящее. Почему-то у меня в питомнике остаются такие щенки. На самом деле я не видела, у меня увидела подруга, что у нее на другом боку сердце. Я долго разглядывала, потом увидела, что пятно, оно вместе слившееся, такое как бы идет вот по спине. С одной стороны тут нет ничего, просто пятно. Ну, у нас вот порошановские линии такие собаки. А с другой стороны, если посмотреть, когда не видишь, что оно слившееся, оно прям сердцем, настоящим сердцем. Мой сердечный друг называется. Так, вот у нас девочка с красной ленточкой. Да, они сейчас все такие заинтересованные. Тоже лежали после завтрака. Просто так уже отдыхали после того, как им подсунули Тамерлана. Они теперь... Все ходят, все на ногах, все проявляют интерес. Ну, агрессия была прямо вот в первые минуты. После того, как он сказал «р», больше никакой агрессии ни у кого не возникает вопросов вообще абсолютно. Так, вот у нас позирует девчонка. Пошла, пошла, пошла. Ах, молодец, ты вышагиваешь, да. Да. Покажу еще рыжих кобелей, пока они заняты делом. Лапки, какие у нас фигурки, какие у нас морды. Вот девочка с желтой ленточкой. Она у нас едет в Челябинск. Скоро, очень скоро уже. Доставка уже назначена на 20 мая. Это у нас красный, с красной ленточкой девочка. Опять не хочет позировать. Ну, хорошо. Вот рыжий опять проявляет интерес. Хвост пистолетом. Хочет что-то выяснить. Типа я здесь главный. Ну, Тамерлан, похоже, по барабану. Кто здесь главный? Да, Тимочка? Тимоха. Кому приглянулись рыжие кобели, звоните, пишите. Они проклеймены. Есть у них... Ой, какой момент. Есть у них ветеринарные паспорта. Есть у них все прививки. В принципе, есть доставка в разные города. Родословный РКФ. Вот ты уже успокоился, да? Первый сказал рыб, получил люлей. Теперь мы спокойно спим, да? Ну, надо сказать, никто не завизжал. Потасовка была, кобели. На самом деле проявили, так сказать, уважение к новичку.
вот уже все успокоились. Молодцы. Я думала, что будет хуже. Внедрение в новый коллектив. Ничего, все хорошо. Все отлично. Так, где Тимочка у меня? Ну все, Тим пошел изучать новую территорию. Он здесь на этой территории не был. То есть у них была разделена территория. Они гуляли с мамой здесь. Хотя мама с ними уже, конечно, не жила. Только на прогулке днем ее сюда оставляли. Это мама Шелеле Гульяс. В принципе, они очень похожи. Гульяс тоже сердечко на боку, только перевернутое. Такое же пятно на голове. Точно такой же окрас. Это мой любимый типаж и окрас среднеазиатской овчарки. Хотя белых тоже, конечно, обожаю. Они всегда красивые, всегда презентабельные. Ну-ка, рыженький, покажись. Вот мячик дожрали. В прямом смысле этого слова. Итак, всем хорошего настроения. Лето начинается. Щенки у нас еще в продаже есть. Так что приезжайте, звоните, пишите. Если кого заинтересует, будем ждать.